Центр занятости населения поступает огромное количество вопросов. Режим самоизоляции вносит в нашу привычную жизнь свои коррективы. Но при этом многие госучреждения продолжают работать в штатном режиме. Центр занятости работает в обычном режиме. Только все, что изменения касаются, это приема граждан. Значит, прием граждан мы проводим по предварительной записи в строго назначенное время. Это чтобы не создавать массовое скопление людей. Один из самых актуальных вопросов касается выплаты в размере 15 тысяч рублей неработающим гражданам. Здесь есть свои нюансы. На доплату к пособию, чтобы получилось 15 тысяч, могут рассчитывать граждане, зарегистрированные в официальном порядке безработными гражданами, и кто в течение 60 календарных дней проработал в текущем году не менее 60 календарных дней. Во время трансляции жители активно задавали свои вопросы. На какие меры поддержки могут рассчитывать самозанятые? Почему в Центре занятости населения не ведут дистанционную форму оказания услуг, как в Москве? Возможно ли получить поддержку, если прописан в другом регионе? Татьяна Витальевна в рамках отведенного времени дала максимально полную информацию по каждому вопросу. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».